Давайте относительно анекдота. Есть там два разных варианта, да, я расскажу анекдот, который, ну, культурный, абсолютно без мата. Вася, кренделёк, решил там что-нибудь прям вот подупороться чем-нибудь, да, какими-нибудь там наркотиками. Ну, такой лазил и, короче, нашел какие-то там новые наркотики. Вот, и, значит, барыга ему говорит: только смотри, они экспериментальные. Вот, очень прям вот... Да не, хуйня это будет, анекдот без мата, если честно. Давайте с матом, блядь, версия. Пошел, короче, чувак в баню попариться. Ну и что-то в бане стало скучно ему. И смотрит рожа знакомая. Такой: ух ты, да это ж барыга наш. Такой, говорит: говорит, слышь, говорит, есть, говорит, что? Тот: есть, говорит, экспериментальные таблетки, говорит, ну вот осторожно, штырит прям вот. Четвертинку съешь, лучше вот больше не надо, прям вот вообще кайф безумный какой-то, осторожнее, говорит, с ним. Тот говорит: ну давай, короче. Взял у него таблетку и думает: ну а что там, да, там четвертинка, у меня там веса масса большая, я такой весь, короче, таблеткой обойдусь, прям вот. Такой хоп, таблетку схавал. Сидит, ну и вообще никак не колбасит, думает: да что ж за нахер ты такой, что, обманул меня, что ли? Да я, говорит, слышь, говорит, барыга, ты что, говорит, за фигня такая, короче, ну не штырит меня никак, ни так, ни сяк, ни эдак. Тот такой: ну хрен его знает, говорит, ну на, говорит, тебе, блин, ну как так-то, четвертинки должно было хватить, ты целую сожрал, тебя не штырит, ну на, говорит, тебе еще одну. Тот такой: ну давай, такой паха закинулся, сидит, не штырит. Ну опять к барыге. Тот говорит: слушай, говорит, ну блин, ну... Говорит: что, говорит, ну, говорит, я, говорит, тебе сейчас башку снесу, ты кого во мне увидел-то? Он говорит: на, говорит, еще одну таблетку, ну, полюбасу, ну, должно тебя вштырить. Тут, ну, хорошо, давай, бах, закинулся, сидит, не штырит, думает, ну, все, короче, сейчас я этому барыге, блин, шарабан снесу. И такой идет к нему и смотрит, а тот бах из бани уже уходит. Он: ёб твою за ногу-то, да, бабок-то ему отвалил прилично. Ну, короче, как есть прям... Простынка обвязанная за барыгой выбегает из бани, а тот бах в машину уезжает. Он: ёб твою. Короче, смотрит таксист рядом: таксист, давай за той машиной, дуй, быстрее догонишь. Короче, все будет ништяк. Такие едут лесом, полем, лесом. Там выехали, короче, уже за город. Темнота, лес кругом. И водила тут таксист бомбил, его спрашивает: слышь, говорит, а ты чем, говорит, расплачиваться ты будешь, если догоним? У тебя что-то, он как бы, кроме простынки-то и нет нихера. Тот такой: да догоним, там у него бабки, все, верну, отдам. Он говорит: не, слышь, говорит, я в такие вещи не играю, иди, говорит, нахер, говорит, из моей машины. Тот выходит, короче, блин, там глухая ночь, лес, волки воют, темень, ёб твою, все, пиздец, сейчас сожрут, короче, нахер меня. Волки думают: ну ладно, что-то срать охота, посру-ка я перед смертью такой. Хопаньки задирает, значит, он простыночку, присаживается посрать, и тут ему сзади такой пендаль: пфф, молодой человек, у нас в парилке не принято срать. Вот, такой, значит, был анекдотик, он старый, не совсем веселый, я его рассказывал наспех, поспоминаю что-нибудь еще хорошее и обязательно еще вам расскажу. За сим все, видео не столь интересное, ну, так было надо. Давайте, до скорой встречи.